Приветствую вас, дорогие друзья! С этим растением знаком каждый. И скажу больше, вы его едите каждый день, его подземную часть. А о наземной части мало кто знает. А дело в том, что ботва гораздо более ценный продукт, чем сам овощ, который под землей. Мы привыкли относиться к ботве как к отходам. Овощ съел, ботву выбросил. А в ботве витамина А намного раз больше, чем в самой моркови. А для зрения отвар из ботвы моркови принесет намного больше пользы, чем сама морковь. Высушить впрок ботву можно в сушилке для овощей или фруктов, или просто на открытом воздухе в тени. Чайную ложечку морковной ботвы завариваю стаканом горячей воды, даю настояться 10 минут. Суточная норма такого напитка – стакан в сутки. В чем же заключается польза напитка из морковной ботвы? Укрепляет иммунитет, содержит калий, улучшает обменные процессы, нормализует кровяное давление, предотвращает заболевания сердца. В морковной ботве содержится селен, мощнейший природный антиоксидант. Останавливает преждевременное старение, положительно влияет на щитовидную железу, обладает слабым мочегонным эффектом. Избавляет от отеков. На протяжении всего лета можно заваривать чай из морковной ботвы. Наземная часть густая, можно без вреда для куста срывать 2-3 молодых листика. Настаивать напиток 10 минут, затем процедить и можно пить. Ботву можно замораживать, добавлять в суп, борщ, вторые блюда, салаты. Имеются противопоказания – беременность, индивидуальная непереносимость. Лучше собирать ботву из своего огорода, а еще использовать как приправу, мелко нарезать и посыпать любое блюдо. А как вы используете морковную ботву? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А я летом завариваю чай из свежей зелени, зимой из сушеной или добавляю в салат. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале.